Так, сегодня 9 апреля 2012 год. Сегодня Пасха. И вот дети сейчас после того, как все покушали, все набегались, напрыгались, наплавались в этом озере на кораблике. Теперь все дети собирают яйца. Взрослые попрятали яйца по кустам. Яйца, конечно, пластмассовые. В каждом яйце какой-то подарочек. И вон они все побежали. И вот они обыскивают весь двор. Каждому дали сумочку. И вот кто больше яиц найдет, тот и как бы и выиграл. Замечательная традиция, конечно, очень интересная. И вот каждый занят своим делом. Конечно, взрослые попытались запрятать яйца как можно подальше. И по кустам там, и под какие-то дощечки. И вот они ж ходят, ищут. Вот сейчас насобирают яйца. Вот там взрослые сидят. Там у нас стол в патио такой выносной, такой маленький. Каждый себе сам берет, что хочет. Мы за столом не сидим, там тарелочки. Каждый себе набрал еду, какую хочет. Мы с тарелочками куда-то садимся, либо ходим, просто гуляем. Кто во дворике здесь кушает. Кто кушает вот на этом причале. Вот тут на причале. Это Майрон, это его дом. И Дебра, у него жена, красавица, блондинка. Вот девчонки насобрали яиц, ходят еще и еще. How much did you get? Show me. Show me. Wow. Deb, I put all your bags together. Okay. They were flying around, but I supposed to take one of them. I love these bags to put stuff in to store. But I figure I'll sit them up here by the table if okay. We can't need any other ones. Okay? You think we've got all of them? Look at that, Debra. Сколько детворы. Все с сумками такие деловые, все же ищут яйца. All right, now guys. Guys, you want to come sit down? Все поиски закончены. Открывайте свои сумки, будем считать. Ну, какое красивое дерево вот это. Потрясающе. Взрослые спиртного не пьют, даже пиво. Водичка, кока-кола, какие-то соки. Не знаю, может быть, где-то пьют взрослые на такие праздники, но как-то вот в этой семье, в этой большой семье, как-то никогда не пьют спиртного. Так, пальма шикарная. Вот она как веерочек растет. И в ней вот эти красивые цветы. Вот они. Столько радости. Столько радости. Считаю такого, сколько яиц. Все заняты работой. Все считают свою добычу. Все берут один подарок в один раз. Ты берешь один подарок. You got one? Okay, wait just a minute. Wait a minute. They get prizes okay. They still don't have any eggs. No, if they have a ticket inside. Там внутри, там есть билетики. В каждом яйце есть билетик.
И вот они с каждым, у кого сколько билетиков, столько раз он подойдет, возьмет этот прайс, подарок. Девчонки, вон они раскрывают яйца и ищут в этих яйцах есть билетики. Нашла билетик один. Сколько радости. Это девочка зовут Оточка, зовут Фанесса. Вот она недавно родила девочку маленькую. Я видела последний раз, она была беременна. Она родила двух мальчиков от одного из братьев. Но они так и не поженились. И вот она сейчас с другим мужчиной все равно приводит мальчика с бабушкой. Ну, дом бабушки, родственникам. Конечно, как-то молодцы между собой, очень дружат. Девять с маленьким ходит. Маленьким Карлосом, Карлита. Хорошенький такой. А, сыночка золотой. Сын Шерри. Девчонки нагребают себе подарков. Все, подарки закончились. Она говорит, у меня 5 подарков. Она получила. Вот, 5 подарков она мне. Это шары. Это не покупают за эти бумажки, но покупают себе подарки. You don't want scones, do you? No. I want this bracelet. Браслет. Вот она покупает браслет себе за один подарок. This. Второй подарок она покупает. I'll give the bubble. Что это такое? Вот здесь. This is soap. Это мыло. Подарков мало осталось. I'll take them. Just here, just give it to me, Jess. You gotta be destructive, don't you? All right, put your empty eggs up here. Все, все довольны, все с подарками, все рады. Охота прошла успешно. Все еще в поисках, Малия все еще в поисках. Прайс. Malia, there is no prize. You hurry up. Hurry up. Maybe you want two more braces. Carter, I'm helping. Скорей. I know. Take that paper over to Aunt Debbie. Скорей, беги, скорей, забери все, что осталось. Hi, how are you? One prize? Did you pick out a prize? No. I have five. I got. All right. You like chalk? Chalk egg? Want chalk? You want some glue? No. You want some candy? No. Want a keychain? Oh, this is a magnetic construction site. That's a keychain. I already got a keychain. Oh, magnetic construction. What about this? Wow. Нашел свое сердце. I found my heart. Ну все. Пока.